Хейо, гейс, вы Мишимики, и мы продолжаем проводить игру под названием Darksiders 2 Dead Edition. Ну, короче, Dead Knight in Division, да, ну, Dead Edition. Dead и все, Edition. Зачем мне, ну, Витив? Короче, ладно, поехали. Оу. А на чем мы с вами там хотя бы остановились? Если я не ошибаюсь, мы уже выбрались с этого места. Да, мы должны уже выйти и отправиться в шип. Хотя у нас тут еще лабиринт судьбы душ есть, город мертвых есть. Нам нужно же их троих, да, убить, получается. Поэтому найдите гробницу вершителя. Так, по карте. В смысле, я ж тогда... И разве я сохранился не около выхода? Что-то пошло не так. Окей, сделаем тогда таким образом. Пробел, да. Телепортнемся в то место и просто поедем. Не тратя ни на что время. Так. Одного ж мы уже из этих убили, да? Повелители его. Такс. Чтобы не тратить время, активируем бег. А на этих тут толпа разводится. Я повинуюсь. Убьем, чтобы не мешал. А, то есть, выйдя за этот круг, они исчезают. Я возрожден. Как прикажешь. Ясненько. Ага, у меня теперь варианты, куда идти. Понятно. Ну понятно, куда мне идти. Ходим сюда. В принципе, одно и то же место, хотя нет, Тунсудук. Я правильно еще пошел. Килка. Отлично. Бац. Так, автосохранение прошло. Цветок судьбы душ. Непонятно, что за него дают, поэтому просто берем и ходим. Ага. А, добро, и как мне все увидел? Теперь увидел. Так, хорошо, вижу кристалл. Сразу кристалл. Если я кристалл сказал, возьми. Да, то есть у нас в каждом мире свои кристальчики, ребята. Поэтому как-то так. Как-как-как-ю. Низ, потом... Ладно. Пойдем пока, куда мне нужно. Пока пойдем туда, куда мне нужно. По миссиям, по миссиям. Сюжетная миссия. Если вдруг что-то не додойдем, мы можем в любое время туда отправиться. Так, страница книги мертвых. Отлично. Так.
той стороны у меня есть что-то. Да, есть. Есть, есть, есть. Так. Вершитель. Мне нужно вершителя найти. Парниша не успел. Вот это гробница вершителя. Походу сам вершитель. Похоже, быстрее на лича какого-то. Я могу ошибаться, но кто его знает. Так, сразу вижу печать. Окей, мне нужны призраки. Полноценно я смогу все делать, когда у меня будут. Когда у меня будут все эти способности. Да будет Коев. И не забывайте хили. Ага, там завалено нас просто костяшками. Окей. Давайте сразу влево. Так, у нас там лестничка вниз. У нас, а не, есть проход. Но он полностью заблокирован. И там два сундука. Два сундука — это хорошо. Так, я могу еще сверху. Так, здесь я могу подняться. Нет. Значит, мне нужно здесь поставить. Пока что попробуем так. Дальше. О, оружие. Обычное. Новые псины. Минус пистолет. Да, пистолета что-то они никакущие. А. Мой старый знакомый. Старый знакомый. Да, ёлки-палки. Наконец-то. Я не хочу просто хил юзать, пока банку еще не найду. Хотя, ладно. А то еще мало ли сдохну. Что в жизни бывает. Ой, блин. Пробивающий урон. Да, еще одна способность, в принципе, да и все. Ну тут 101 защита. Так меня хотя бы не очень сильно пробивают. Нужно будет все это попродавать. Будет 17-й, мне вот этот нахер не нужен будет молот. Хотя, пока что, да не. Фигня, фигней. По одежде нужно смотреть. Именно по защите нужно больше. Так. Печать. Давай в путь. Ага. Так, приятель, а ты пойдешь со мной? Да.
туда тебе нужно. И будете стоять до того, пока я не соберу сундуки. Ты ж откроешь мне проход, думаю. А, то есть вот так, да? Как прикажешь. А как мне вторым управлять? Добро. Приятель, давай шустрее. Я должен забрать сундук. Манда. Рещим. Рещи. Сундук. Там он не один. Отличненько. О, плюс хил вернул. Так, слышу еще где-то камень силы. Мое сопротивление, ярость, вероятность казни. А, то есть казни это не всегда. А, я думал, чисто когда мало хп у противника. Ладно. Иду сюда. Мне нужно понять... Нет. Или мне одного хватит? Да нет. Так, во-первых, где кристалл силы, я слышу? Или это от моей руки звук такой? И во-вторых, как мне попасть туда? Вот где кнопка от вот этого? А? И? Ребята. Как прикажешь. А ну? О, оно наоборот у нас работает. Да. А, я думал, я не могу на нее забираться. Окей. Я не могу. Или это вы когтяхи? А, все, вспомнил, что это такое. Ну раз они мне что дают? Не, мне кажется, ни хера не дают. Блин, а мне хилка не до конца отхилила. Он долго возвращаться. У меня нет времени на таких, как ты, всадник. Я выслушиваю просьбы мертвых, а не проклятых. А как насчет просьбы твоего повелителя? Я служу ему даже сейчас, несмотря на то, что он наградил меня за службу вечными муками. Ты покинул вечный трон.
Здесь тоже есть потерянные души, которые хотят предстать перед судом и отправиться в город мертвых. Я слышу, как по коридорам бродят три неприкаянные души. Найди их и приведи ко мне. После того, как я очищу их от прошлого, то выслушаю просьбу костяного владыки. Вершитель. Зачем нужно выслушивать просьбы умерших? Для того, чтобы душа могла попасть в город мертвых, ее тайны должны быть раскрыты, а жизнь оценена. Все дело в прощении. Без него душа будет слепо и бесцельно бродить по этому миру. Теперь нам нужно отправляться искать души. Пашенька. То есть у нас 1, 2, 3, да? Значит, у нас сейчас открылась вот эта башенка. Следующая вот эта откроется. Последняя будет вот эта. Погнали. Пока что погнали. Опа. Я тебя понял. Ага, то есть он тоже атакует. Не, приятель, ты мне не нравишься. Мне пришлось свою вазу немного сломать. Так, сверху есть проход. И покойные души. Так, ну это логично. Я думаю, сейчас заюзать. Я повинуюсь. Окей. Пошли. Как пожелаешь. Ты полетишь туда? Вы ж призраки. Да ладно тебе, ты что, полететь туда не мог? А ты будешь со мной сражаться. Но я вижу там сундук хороший. Вот гомнюки. Все позакрывали. Как хочешь. Мне фонарь, да, нужно где-то найти. Как прикажешь. Давай туда. Что я здесь не вижу вариантов больше. Там взрывчатка нужна. Тут ворота нужно открыть с помощью фонаря. Там тоже, по сути, только с помощью фонаря. Но там сам фонарь. Вот черт. Хотя. Как прикажешь. Давай попробуем. Давай попробуем. Я бомбы как бы нигде не видел. Так ведь? Вау. Ох, как оно задумано.
Вы сразу две, да, сломали? Карта сокровищ, скорее всего, от подземелья. А, именно так. Да. Так, теперь мы берем фонарик, побежали. Так, все, может там не стоять. Сразу открываем, чтоб... Пугать было не обязательно, слушай. Нифига себе. А ну-ка. Защита, сопротивляемая сила дается только. Сопротивляемая защита. Сила, да? А что дает мне сила? В принципе, только урон, да, повышенный. Крит урон. Плюс опыт. Давайте я эту накидку одену. Я не думаю, что именно такая будет разность. Большая такая. Уж слишком. Да не, ну опять же, ну блин, ну чё такое? Я ж нажал сбросить. Там что? Чать. А я как раз сверху где должен быть. А не, нормально. Реликвия Хагата. Необычайные редкие реликвии таких хранились у вершинных военных династий Хагу. А, ну мы находили, да, кажется, такой уже. Но я пока что их тратить никак не могу. Что тратить их. Клетки там бушуют. Как вы мне... А, только отсюда. Ого. Я сундук возьму. Я сюда пошел из-за сундука. Да, там ходят рыцари эти. А, черт. А вот это вот плохо. Я не посмотрел. А ну-ка еще раз. Достану? Да, должен достать. Лишний круг делать только. Можно. Нормально, возможно. А вот это вот плохо. Теперь мне нужно плыть. Так, а вот теперь можно разбираться наконец до конца. Без всяких происшествий. Похоже, это та душа, о которой мне говорили. А? Так, а мне интересно, вот...
Эй, тихо, тихо, тихо. Готово. Не. Не изменяйте ничего. Я там уже подумал. Типа на летающих тварей больше урон. Но оказывается нет. Он живучий. Он серьезно живучий сильно. И пули их не берут. Так. Где там безопасный прыжок вниз? Так, чисто, короче, возвращаемся обратно к тому челику. И говорим, что мы справились, и даем ему душу. Да я без них справляюсь. Так. Хорошо то, что враги обратно потом не спавнятся в локациях. Удобно. Вот апну я уровень, и вам конец. Я буду с такой секирой ходить, просто разносить лица, как не знаю кто. Суд грядет. Люди вечно не боятся. Узри свою жизнь. И? Найти вторую душу. Ну да, я был прав. Теперь мы идем в эту локацию. Сейчас драка будет. Привет. А, мне еще ключ нужен. Жесткие. Хотя бы ворота есть. Кто-то сильный вышел. А, их тут. Ребята, а у вас типа тут вечеринка, меня не пригласили, да? А, я и так поступать. Я что его? Ай, не, я подумал, убил уже. Бем. Тихо, кувырки. Бац, 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 разнес.
Чувствую, нужно сохраниться. Мучитель. Держимся подальше. Блин! Немножко не туда юзал. Бац, бац. Под него уходим. Зараза, зацепил меня. Да, пистолет самое полезное. Все. Все, 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 мучитель. Да уж, неприятный враг. Я чуть не полег. Много хилок трачу. И опыта, конечно, за него тоже много дали. А, перчатки. Так, еще ящик, хилку дай. Плохо. Ты. А ну-ка, стоять. Надеть. Вот это удар просто неудобно им делать сильные. Ну, замахи, ладно. Проворачивать можно. Ребят, страха я возрожден. Как хочешь. Давай. Шустрее, только что ты мне откроешь. Так, проходит. Поехали. Хил. Отличненько. Он остается отличненько. Вот это вот дерьмо, то что я не смог попасть. А теперь смог. Страничка. Идемте, идемте, идемте. Успел. Где сундук? Походу выше сундук. Или ниже. Так, еще одна стена. И проход. Мы пойдем к стене. Походу не та стена. Стена снизу получается. Так.
до хера хороший сундук. Илка. И все. Я сейчас серьезно. Это все. Я надеялся на больше. Ладно, пойдем так. И я хоть одного задел там. Одного только. Типа, знаете, что оно не очень. Да, как-то оно не очень. Тогда поменяем. Надеть. Очень и очень. Так, сундук. Во-во-во-во! Тихо-тихо-тихо. Разогнался он уже. Еще побольше на защиты. Так, слышу кристалл. Так, а где? Так, ключик. Какие-то жирные. Очень сильно. Товарный просто сидит. Так, а я разве находил место с ключом? Да, на арене. Да, находил на арене. Вы издеваетесь. Почему вас так много постоянно? Вам что, мертвым плохо лежалось? Бац, бац. Бам-бам-бам. Да, отлично. Обычки, да? Обычки, но защиты хорошие. Еще одно место с водой. Еще один камешек. А где подъем? А, так его нету. Здесь сломатый этот просто. Так, сейчас заберемся. Куда это я вообще прилетел? Потому что ни хера себе. Я паркурщик.
Выше, выше куда-то поднимаюсь. Вау, какое место. Такое яркое. Я думаю, нужно закончить до конца эти башни. Новое чудище. Опять, ну почему не ту нажалась, черт. Вот меня хотя бы хилит. Вау, вау, вау. До конца идем. Все, ништяк. Делимся. Так, сундучок где-то с той стороны. Килку бы дали. Лучше бы дали мне хил. Так, и остается у нас последняя башня, но очень большая. Центральный только. Суд грядет. Люди вечно не боятся. Узри свою жизнь. А ты вечно повторяешь это, да, походу? Давай центральную последнюю открывай мне. Не знаю, сколько там я минут убью на эту все. Огромное место. Но выглядит огромно. Хотя, давайте, может, я даже думаю, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.